Новая полугодовая акселерационная программа российской венчурной компании обеспечивает качественный переход технологических разработок в коммерческие проекты. Программа разработана и проводится экспертами компании Logo Group, одной из наиболее профессиональных российских компаний в области инвестиционной экспертизы. В ходе полугодовой программы более 100 компаний приняли участие в акселерационной программе. Из них 10 финалистов проработали свои инвестиционные кейсы, предложения для потенциальных партнеров и инвесторов. Шаг за шагом в течение нескольких месяцев высококвалифицированные бизнес-тренеры, эксперты с опытом работы в крупных компаниях и инвестиционных фондах помогают предпринимателям проработать ключевые составляющие, необходимые для развития бизнеса, подготовить свой проект для инвесторов и заказчиков продукции. Ну, я считаю, это явно тот случай, когда первый блин не комом. Это первый опыт подобной акселерационной программы совместно с российской венчурной компанией. И об уровне подготовки, об уровне самих презентаций проектов, я думаю, можем судить по положительной реакции, в том числе технологических партнеров, которые присутствовали на ней, например, Российская железная дорога, и тому интересу, который они проявили к некоторым из проектов. Все проекты очень интересны в части того, что все абсолютно в разных направлениях и разного уровня проработки и подготовки. Программа оказалась, на удивление, достаточно полезной, то есть мы достаточно с большим скептизмом начинали ее, но в конце концов мы поняли, что это движение вперед. На 12-м Красноярском экономическом форуме КЭФ лучшие участники полугодовой программы, проведенной при поддержке РВК и Красноярского регионального инновационно-технологического инкубатора КРИБИ, получили высокую оценку и заинтересованность представителей российских корпораций и инвесторов.